Представляем велосипед Cube Touring Hybrid Pro 500 2019 модельного года. На байк установлена рама Aluminum Superlite, а также надежная вилка Sisto Centaur NKK D-Loyer, качественная трансмиссия Shimano DARD M6000G, Shadow Plus. 10 скоростей позволят легко преодолевать любые рельефы местности. На байке стоят тормоза типа гидравлико-дисковая. Велосипед Cube Touring Hybrid Pro 500 2019 года – хороший вариант для катания как и по проселочным дорогам, так и городским улицам. Эта модель укомплектована колесами с диаметром 28 дюймов с хорошими покрышками Schwalbmer SMGT Tour – удачный вариант в соотношении цена-качество. Катайтесь в удовольствие!